Доброе утро. Вот мы находимся сейчас на пирсе для отправления на остров Калан. Там хорошие пляжи в Паттайе, потому что в городе достаточно грязная вода, мусора много. Вот сейчас мы целой группой 4 человека отправляемся на этот остров. Ждут обезьяны, и мы хотим их кормить бананами. Мы очень переживаем, потому что эта старая колымага очень странно шатается. Мы не знаем, доплывем ли мы, поэтому надеемся на такие оранжевые жилеты. И если вдруг мы будем тонуть, мы будем плыть по морю. Что? Итак, мы находимся на острове Калан, на обезьяньем пляже. Обезьян нету, но достаточно много людей. Морских ежей, лучше к ним не прикасаться, потому что они достаточно больно жалят. Вот как-то так. Интересно, хорошо покупались, отдохнули.